Брексит – это прецедент. До сих пор членство в Европейском Союзе – это был билет в один конец. Первый раз страна огласила о своем намерении выйти из Европейского Союза. Я не согласен с коллегой-экспертом, который считает, что главная причина – этому экономически. Как раз экономически Британия, она, кстати, не является членом зоны евро, так же, как не является и не принадлежит к Шенгену, выигрывала и выигрывает от членства в Европейском Союзе. И как раз лагерь тех сторонников, которые считали, что Британия должна остаться в Советском Союзе, в Европейском Союзе. Многие говорили, что Европейский Союз превращается в Советский Союз. Напирали на экономику. Но главная причина, по которой большинство проголосовало против, была не экономическая причина, а иммиграция. Это главная тема, главный неврологический узел, который разыграли противники. Но как историк могу сказать, что это не первый Брексит. В свое время, в начале 16 века, король Генрих VIII избавился от излишнего давления и зарегулированности внутренней его семейной жизни со стороны римского папы. И тогда это был первый Брексит. Но с точки зрения последствий, естественно, Британия – это 3% мирового внутреннего продукта, Европейский Союз – 20%. Британия всегда выступала, кстати, с точки зрения Украины, за расширение Европейского Союза. Тогда как другие страны, такие как страны Бенилюкса, Франция, они всегда приоритет отдавали углублению Европейского Союза. Но должен сказать, что те, кто хорошо знает историю Европейского Союза, могли бы вспомнить прецедент, который был уже с выходом не страны, а части страны, это Гренландия. В свое время, в 1973 году, когда стала членом Европейского Союза Великобритания, также стали Ирландия и Дания. А Дании принадлежит также остров Гренландии, который получил в 1979 году большое самоуправление, автономию. И они решили в 1982 году провести референдум. Кстати, результат точно такой же. 52% гренландцев проголосовали за выход из Европейского Союза, главным образом потому, что у них была рыбная промышленность. И с той поры Дания остается, ассоциированный статус имеет Гренландия. Но давайте все-таки Гренландия размер страны 56 тысяч населения, и Великобритания несопоставима.